Куда же Сэм подевался? Неужели спит еще? Эй, Сэмми, ты тут? Я сплю. Уходи. Ну, спи, спи, Соня. Я пойду тогда без тебя интересности всякие делать. Скучно тут как-то. Надо выбираться. Чем это тут пахнет? Даже я бы сказал, воняет. Там? Не, вроде вот там. Пойду разведаю. Ну, я же чую. Воняет и все. Может, здесь? Нет. Надо найти эту вонючую вещь и ликвидировать немедленно. Может, здесь? Ай! Я обшарю каждый уголок этой квартиры, пока не найду источник этого ужасного запаха. Ой, фу! Запах есть, но это не то. Эх, пойду дальше. Чувствую, я близок к цели. Фу! И чего ты тут делаешь? Фондю. А зачем тебе фондить? От этого что, лайков больше будет? Нет, Сэмми, нет такого глагола фондить. Ага, глагола нет, а запах есть. Воняет же. Ага, гурман конфетный. У сыра утонченный аромат. Ну, давай покажу. Вот, тут у меня расплавленный сыр. Я беру сухарик, обмакиваю его в сыр. Ммм, вкуснятина. Вот, попробуй. Он еще и тянется. Сэм, Сэмми, эй, очнись! Так, уберу-ка я сыр подальше. Может, конфеты приведут его в чувство? Эй, Сэмми, тут шоколадная конфетка. О, что это было? Глаза, все потемнело. А это конфетка? Да, Сэмми, это тебе. Спасибо. Ты свою вонючку убрала подальше? Убрала, убрала. Это же просто сыр. Это у тебя подозрительный. Я сейчас. Ты куда? Вкусненько. О, а в твоем фондю можно что-нибудь другое зафондить? Ты имеешь в виду расплавить? Можно, шоколад, например. Шоколад? О, я сейчас. Никуда не уходи. И эту свою фондю помой пока. Так, ну была же. Это тоже не то, просто караул какой-то. Вонючка. Ох, простите, благородный аромат. Не все мысли спутал. Ну ладно, возьмем вот это. И еще это. Так, выбор сделан. Вот это я понимаю аромат. Ребята, ставьте лайк, если вы любите ириски. А я пошел. Ну вот, все помыло. А куда же Сэмми пропал? Вот, буду теперь фондить рядом с тобой. Но это же не сыр и даже не шоколад. Это лучше. Ирис с шоколадом. Давай, открывай уже и сыпь его в эту фондю. Ладно, вот. Не торопи меня. Фондить – это тебе не конфеты трескать. Так, еще одну. И еще. Такими темпами мы до зимы фондить будем. Давай, помогу. Эти конфеты мне кое-что напоминают. Сэм, уймись. Окей. Зажжем свечу, и твои ириски начнут плавиться. Святые зефирки! И чего они не плавятся? Сэм, потерпи. Ладно, пригляди за моими мишками, а я пока возьму вилку. Где же ее взять? Во, надо ее хватать и бежать. Фу, сухарик вонючий прилип. Надо его убрать. Давай помогу. О, спасибо. Так, теперь возьму мармеладку. Стоп, а что это за вилка такая неправильная? Во! Вот это король-вилка! Попался! Ой, сбежать решил! А ну-ка, отправляйся в шоколадную ванну! Вот это я понимаю! Фондю! Сэмми, а можно мне тоже попробовать? Ну, попробуй, но только одну! Спасибо! Ну, раз ты такой замечательный кулинар, надо тебе... дать конфетку! Ты еще не наелся. Конфет много не бывает. Сэмми, раз ты у нас теперь кулинар, тебе полагается поварской колпак. Чего? Вот, поварской колпак из зефирки. Ну вот это я понимаю. Смотри, какой я теперь стильный. Ради такого и сплясать можно. Вот как я умею. Ю-ху! Опа! Опа!
Ребята, если вам понравился танец Сэма, поставьте лайк. Давайте наберем 10 тысяч лайков, чтобы увидеть его новые кулинарные приключения как можно скорее. И всем спасибо, кто подписался. А всем, кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста, а? Ну, все, я пошел. Надо дофандить оставшиеся мармеладки.